Привет, народ! Москва, железнодорожный, еду на работу. 5 часов утра, надо выходить. Вот дом, вчера вечером, ну вот утром точно так же шел на работу, все было нормально. Вечером возвращаюсь, вот такая вот картина на верхнем этаже. Хотел сказать на пятом, я тоже у пятиэтажки. Вот. Вчера приехал же, ну и с товарищем обсуждали. А он говорит, это 3 квартиры, оказывается, вчера в этом районе выгорели. Одна там на втором этаже, еще в соседних домах, прям буквально по соседству. Так что, прям вот вчерашний день был какой-то прям супер. Супер ужасный день по пожарам. У нас дома в Россоши загорелось, короче, трава на лугу. А там сосновая посадка, которую еще при Сталине сажали. Ну, если так вот взять нашу Россошь, это был степной такой край. Вот. Ну и вот эти сосновые насаждения, лесополосы, это все появилось во времена Иосифа Виссарионовича. Когда сажали посадки, когда мелиорацией занимались. Ну вот эта сосна, она регулярно вырубается, там дома строят. Наша, так сказать, элитная часть общества. Ну и вот вчера горело луг. И, честно, я вот боялся, что этот тот пожар перекинется на сосну, и она вспыхнет. Потому что камыши, они же когда загораются, они летят горящие, поднимаются ветром. И вот это все летит потом на сотни метров. Ну, миновало. Но дым был такой, что жена говорит, что солнце было как в тумане. Еле видно. Вот. Я разобрался вчера в мастерскую. Отвез 2 камеры, которые я благополучно спалил. Да, и обнаружил. Это моя вина была. Сгорели преобразователи напряжений по входу. Их мастерской мне пообещали восстановить, там не так все сложно. В общем, вот это ПОЕ питания, пассив ПОЕ, когда ты подаешь по одному кабелю интернет, и питание, и сигнал. Ну, это, будем говорить, это костыль. Как говорится, мне уже еще давно люди, монтажники, говорили, не используй ты эти костыли, не экономь. Прокладывай нормальные кабеля, чтобы питание шло по одному, сигнал по другому. Ну, в итоге я когда делал, от одной камеры до коммутатора была маленькая такая 5-сантиметровая перемычка под кордом, обжатым как положено, все 8 жил. Вот она и послужила КЗ-шкой. Через внутреннюю цепь коммутатора, естественно, минус и плюс пришли на другие провода, которые не должны были в этом участвовать. То есть я должен был выкусить синие и коричневые провода и оставить по 4 проводки. А я этого не сделал. Ну, чё ж теперь. На ошибках учатся. Буду теперь знать, что если ты собираешь пассив ПОЕ, то никаких вставочек из полноценных этих патчкордов не должно быть. Должны быть везде 4 проводки. Если ты делаешь, значит, по 4 проводке собирать схему. Всем хорошего настроения, здоровья, счастья, мирного неба над головой. Вот такая красота в Москве. Спортплощадки. Видите, людям ездят заниматься спортом. Все красиво, ухожено. О, доска информации. И так везде.